Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мой позывной Гамовер, позывной моего коллеги Бонус, и в воздухе находится дирижабль программы «От винта». Мы собираемся рассказать вам о новых компьютерных играх, которые привлекли наше внимание. А также напомним вам об открытом чемпионате по сетевой игре в Duke Nukem. Слушайте, давайте сядем, а? Что? Я говорю, давайте сядем, туман переждем. А, ладно, заходите на посадку. Ну а вас, уважаемые зрители, мы хотели бы познакомить с игрой, которая называется Fallout. Выпадение осадков. Что? Я говорю, выпадение осадков, что? Of me when you are all alone. Эта игра, относящаяся к жанру RPG, переносит нас в недалекое будущее. Maybe это будущее прекрасно. Земля процветает. Выпускаются сверхновые автомобили без капли электроники. В моде ретро. Золотой век. И лишь только одно темное пятнышко омрачает эту светлую картину. Человечеству стало известно, что в скором будущем случится катаклизм. Поэтому люди загодя запасаются билетами в специальные бункеры спасения, где можно будет жить и после катаклизма. Главный герой игры обнаруживает себя в одном из таких бункеров, убежище номер 13. Герой не успевает подумать, насколько это символично, потому что его тут же вызывают к начальнику. Подобные визиты в будущем считаются такими же неприятными, как и в настоящем. Начальник сообщает вам, что в бункере 13 произошла большая неприятность. Конкретно сломалось устройство, генерирующее воду. А без воды в будущем так же плохо, как и в настоящем. Тут-то и начинается собственная игра. Вы, разумеется, играете за главного героя. Вам предстоит впервые за многие годы выйти наружу в пугающий неизвестный мир, в котором врагов больше, чем друзей. Цель игры — обойти и исследовать этот мир, попутно разговаривая с каждым встречным и поперечным, убивая противников, торгуя и заводя различные знакомства. Врагов в игре более чем достаточно. Пещерные крысы, гигантские скорпионы, ожившие мертвецы и так далее. Так что дерзайте, берите пистолет, кастет, нож и вперед. А в будущем без этих предметов приходится так же туго, как и в настоящем.